Ну ладно, пора узнать, что здесь спрятано. А спрятан у нас здесь инскрипшн. Ребят, всем кусь, с вами Леоми, и добро пожаловать в новую игрушечку на канале. Это у нас долгожданнейший инскрипшн. Игра, которая прошла в свое время мимо меня. Вышла она еще 3 года назад. Издателем является Devolver Digital, кстати говоря, небезызвестный. Много интересных игр, собственно, от него есть. В общем-то, изначально я не планировал когда-то ее проходить, но все-таки многим было интересно ее посмотреть, да и мне тоже любопытно, актуальность не спадала, я решил ее добавить на канал. Планировал изначально в ноябре или в декабре пройти, начать точнее, да, но поскольку на бусте собралась цель, соответственно, игра выходит у нас уже раньше, еще в сентябре. Как-то так. Соответственно, когда вы видите видосик на ютубе, или если смотрите на Дзене в ВК.рутубе, где я тоже заливаю на всякие пожарные видосы, то значит, что на бусте видос этот вышел уже еще там дня 4-5 назад, и уже вышла вторая серия по игре. Дальнейшая же серия, ребят, будет выходить, собственно, в стандартном порядке, в стандартном расписании. Что у нас касаемо игры? Во-первых, тут есть настроечки, да, понятно. По настроечкам я ничего не менял особо, я не знаю, как по задумке, все пускай так и будет пока что. Без понятия, тут есть какой-то типа эффект помех, колебаний, мерцаний. Я ничего этого не трогал, только скорость диалогов понизил на одно значение, потому что мне нужно будет их успевать зачитывать, собственно. Ну, посмотрим. Понятия не имею, ребят. Это вроде как рогалик карточный, но вроде как написанный хоррор. Я в хорроры вообще не знаю. Меня, блин... Не знаю, меня комар какой-нибудь может шугануть, вылетевший из-за угла нахрен. И при этом я слышу, что эту игры очень важная нарративная составляющая. Судя по всему, это игра на прохождение и важна история. Что-то такое. Понятия не имею, что она себе, ребят, представляет. Лайкосик под видосик, авансиком. Безумнейше приветствовать, ребят. Мне будет очень-очень приятно. Огромное спасибо, ребят, за актив всем, кто его проявляет. Комментарии пишет, подписывается на канал, собственно. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. Это безумная благодарность для меня сейчас, особенно в такие непростые времена. Огромное спасибо за поддержку всем, а мы, ребят, начинаем. И вот вопрос первый, который у меня возникает. Почему здесь написано «продолжить»? А это не работает. Я не нажимал играть, ребят, я не начинал новую игру. Но она не работает. Тут можно только продолжить, наверное. Ну, давайте попробуем продолжить. Я без понятия вообще просто. Я не в курсах ничего. Стилистика такая. Мрачненько выглядит. Фу. Блин, в наушниках это так стрёмно. Какие глаза. Очередной соискатель. Прошла целая вечность. Блин, звуки прям будоражащие. Вероятно, ты забыл, как играть в эту игру. Очередной соискатель, как будто, ну, типа, кто-то уже до этого был, может быть, поэтому именно пишется продолжить. Позволь мне напомнить. Играй белкой. А если не белкой, а если я буду чем-то другим, у меня... Как... Это типа карты, здесь у нас стол, судя по всему. Белка, горностай, волк, волк. А если волка, у меня их два? Этой карте нужно больше жертв. Ага. Если типа какие-то кровавые капли нарисованы, это, собственно, то же самое. У тебя не хватает жертв для этой карты. Но зато у тебя есть белка. А если я не... Принеси две. Я подумал, что может быть что-то будет, если я накликаю чего-то не того. Ладно, давайте попробуем белка. У нее что-то там 0 какая-то атака, может быть, 1 защиты, да? Допустим, мы выставляем существ на поле боя, судя по всему, да? СВ. Теперь играй горностаем. Возвращаем обратно. Окей, волкам не дает. А, погоди, я получается, что жертва это как раз-таки уничтожить существо и поставить на место него кого-то другого, да? Цена за горностая — одна капля крови. Необходимо кем-то пожертвовать. Хорошо, прости, белка. Приходится жертвовать тобой. Волку нужно 2 жертвы, у тебя их недостаточно. Хорошо. Чтобы завершить ход и начать атаку, используй звонок. Клик. Перед твоим горностаем никого нет. Да, вижу. В левом нижнем углу написано очки атаки. 1. Угу. Хоть. Кого ударил? Тут монетку выбили. Твой горностай не нанес мне 1 единицу урона. Я добавил ее на весы. Какой-то золотой самородок как будто бы. Ты победишь, когда моя чаша перевесит твою. А, блин, нифига себе, тут получается хп-бар, условно говоря, с твоим противником, он сделан такими весами. Ты должен нанести его больше. Угу.
Окей. Он сам добавил. Вот так. Блин, нифига он стрёмно, конечно, выглядит. Такая рука у него сейчас была. Мой ход. Так, он ставит койота. Твой горностай встал перед моим койотом. У койота две атаки, один хп. Но мы его вынести должны, так понимаю. Ауч. Мой койот нанес 2 единицы урона твоему горностаю. Судя по всему, тот, кого выставили только что, он дамажит сразу же. Сегодня, ребят, мы будем разбираться, я так понимаю, с механиками, основами игры, само собой, в процессе еще. Все дела. Будем анализировать все. А потом мы сдачи даем, нет? Значит, здоровье твоего горностая уменьшилось на 2 единицы. Если здоровье снизится до нуля, существо умрет. Если существа здесь нет, то наносит урон мне, я так понимаю. Снова твой ход. Можешь взять белку или же карту из своей колоды. Ага, это белка, а это типа какая-то рандомная карта, да, судя по всему. Давайте попробуем рандомную взять. Черепаха. Как безрассудно. И черепаха тоже требует 2... Стоп, а я, получается, ничего сделать не могу, да? Горностай сам не бьет больше, да, или что? Он больше не работает. Сейчас бы в обучении... А, нет, он бьет в конце хода. Я хотел сказать, что сейчас бы в обучении сдохнуть. Ты еще учишься, так что я пропущу свой ход. Как любезно с его стороны. Твоя колода пуста, теперь ты можешь брать только белок. А, вот, но почему здесь так было мало? То есть белок бесконечное количество, а колода моя, она вот какие-то особые специальные карты. Соответственно, я могу их брать, когда у меня есть чем пожертвовать. Если нечем пожертвовать, то лучше брать белок. Окей, белку берем, ставим, допустим, сюда. Хорошо, возвращаемся. Можно поставить черепаху. У черепахи много хп, но мало дамага. У волка же наоборот, да? Наверное, надо поставить волка, я предполагаю. Две крови. А, вот одна, и теперь вместо горностая ставим, допустим, волка. Хорошо, не волнуйся, зверь принесен в жертву, но он все еще в твоей колоде. Он страдал, но ты его еще увидишь. Что-то как-то шутковато звучит. Надеюсь, что он меня отомстить там не захочет никак. Так, мы заканчиваем ход, и теперь наш волк бьет. По нему мы выбиваем... Какие-то самородки. Сколько урона, столько грузов. 3. Пас. Он не ходит. Что за поддавки? Я, в принципе, не против. У меня все окей. Так, больше мы брать не можем. Я не хочу сейчас никого пока приносить жертву. Будем ждать, пока накопим еще белок лучше. Хотя он, наверное, сейчас уже скиснет, да? Что это было? Этот раунд за тобой. Но чем дальше, тем сложнее. Позволь мне заглянуть в твое прошлое. Лучше не надо. Ах, да. Ты заблудился в лесу. Это наша карта местная, я так понимаю. Сейчас она, скорее всего, упрощенная, потом будет больше развилок у нее, наверное. Стилистика такая очень необычная, мрачная прям. Перед тобой появилась тропинка. Он прям нам историю творит. Он нами повелевает, словно. Так, ну давай пойдем по тропинке. Что мне еще остается? К тебе осторожно приблизились двое лесных обитателей. Такой рассказчик и в то же время мой соперник, да? Противник. Так, у меня два обитателя. Допустим. Кошка. Бессмертная кошка, если принести ее в жертву, она не умрет. Такая хорошая, позволяет кровушку накапливать. Бесконечная жизнь, но у нее один хп. То есть, судя по всему, ее можно бесконечно жертву приносить, но если ее враг, если он ее снесет, то она помрет полноценно. Я так понимаю. Много жизней, карта с этим символом выживает после принесения в жертву. Хорошо. Узри справочник. Узрел справочник. А это что? Ядовитая гадюка, ее яд смертелен для всех. А, наверное, она будет ваншотить любое существо, скорее всего, да? Предполагаю. Может, нет. Только одна карта украсит твою ничтожную колоду. Вообще, учитывая, что у меня два волка и черепаха, лучше, может быть, взять кошку, потому что... Ну, котики, это мило. Ну, вообще... А, еще котик надо призвать. Мне нужен как бы разгон такой. Я ж не буду каждый ход там белок собирать себе постоянно. Давайте, допустим, кошку возьмем. Твой караван пополнился еще одним существом. Хорошо. Некоторые лесные существа пытались идти за тобой по пятам. Пусть пытаются. А, ну это кошка, он говорит, имеется в виду, наверное. Ты нашел оставленный кем-то рюкзак. Ты нашел белку в бутылке, разбей в экстренном случае. Белка в бутылке, это кротовуха, белковуха, да? Буквально. Я так понимаю, что это мы можем использовать всегда, когда захотим. Это наш условный расходник. Окей, хорошо. Возьми еще. Давай еще. Ой.
Еще один полезный инструмент. Можешь перевести шансы в свою пользу. Это какое-то орудие пыток. Выглядит в такой стилистике. Ну, это как бы типа плоскогубцы или что-то такое. Но здесь такой стилистикой выглядит прям страшно, если честно. Больше трех тебе не унести. Ага. Три расходника у нас может быть. Так, допустим. Здесь у нас сражение с ними, я так понимаю, да? Булыжник, пень. Ты попал в засаду посреди бездорожья. У пня есть хп, но он не дамажит, судя по всему, да, наверное? Булыжник загораживает тоже мое место. То есть он меня здесь защищает. А нам вот тут, например, здесь пробиться будет тяжело. Вот эта клетка у нас сразу свободная. Здесь надо будет еще снимать препятствия. Окей. Ты пожертвовал мной, пока я спал. Правильный ход. Я понимаю. Может, поможешь мне? Со мной карт. Пока подыгрывай ему. Теперь ты можешь заранее видеть мою предстоящую атаку. Почему со мной моя карта играет, и мы пытаемся обмануть его, что ли? А как увидеть? Погоди-ка. Детеныш, карта с этим символом перевоплотится во взрослую особь после одного хода. Хорошо, а как увидеть его ход? А это что такое? Не знаю. Так, этот говорит, пока подыгрывай ему. А если я его поставлю на стол, он не увидит текст, который он тут мне говорит? А мы, кстати, а мы булыжник можем ведь принести в жертву, нет? Нет, не можем, да? Жалко. Тогда получается, что мы вначале всегда гарантированно играем белку, да? Окей, давайте пока так ставим тогда. Белка, а, и теперь можем сразу кого-то еще. Можно кошку? Оп, сразу кошку. Его белку убираем. Ну, ставим кошку, допустим, сюда. И, кстати, я могу сразу горностая сыграть, потому что кошка не помрет. Сразу хорошая комбинация получается. Окей, ставим горностая сюда, пускай он здесь пробивает. А вот сюда поставим кого-то более сильного, чтобы он нам танковал. Начнем. Я думаю еще, про какой текст говорилось в настройках, который типа бежит, потому что этот я сам вроде контролирую. Что это за клик такой? А, ну это можно использовать всегда, когда я захочу, да? ПКМ, пассатижи, пользователю. Используйте, чтобы положить кое-что на весы. Боль будет кратковременной. Чего? Белка. Вы получите белку. Белка, сила. А, ну, белка, статы, понятно, показывается. А, вроде бы у нас ход завершен, да? Все, давайте кликаем. Бьем по пню, волчонок бьет, пытается... Ай, что это такое? Остерегайся энергичного волчонка, он быстро взрослеет. А, он тоже вырастет. Мне получается, что сейчас нужно? Лучше, наверное, своя какая-то карта. Или нет, погодите-ка. Не, мне белку нужна. Я черепаху не могу поставить сейчас. Белку давайте. Мы ставим теперь, смотрите что. Мы ставим белку. Что здесь пишется в вот это вот? А, это вот тут показывается, что он будет играть. Он будет ставить летучую мышь сюда, да? У которой 2 урона, 1 хп. Окей, теперь я, значит, жертвую кошкой и жертвую белкой. Ставим сюда черепаху, которая толстая. Она летучую мышь вынесет. Сначала она ударит его. Он ударит меня летучей мышкой. Черепаха наша, она должна вырасти, но она, в принципе, летучую мышь несет. Пока все окей, меня волнует вот эта клетка. Надо будет с этим волком быть поосторожнее, потому что здесь булыжник, я не могу его вынести сам. Он умрет еще, как бы, я с ним вступить в схватку смогу не скоро. Так, ну идем дальше. Пробуем. Надо будет сюда желать... Ух ты, блин. А, ну обычный большой волк. Надо будет сюда такого же своего поставить, желательно. Летучая мышь, будучи летуном, атакует соперника напрямую, минуя существ. А, она не бьет черепаху даже, окей. Она меня ударила. Ой-ой-ой. Чаша весов в его сторону что-то как-то поперла уже. В мою точнее. Можно, в принципе, тебя пожертвовать. Но я не особо хотел бы. Наверное, надо пока что... Давайте сначала возьмем, ладно, вот такую карточку. Потом возьмем волка себе. Волка поставим... Ой, как его. Потом поставим белку вот сюда, да? А потом эти заменим карты. Поставим волка против волка. Волка снесем. И здесь у него будет пустой слот сразу же. Так, хорошо. Пока что так, значит. Пробиваем. Он нам ломает булыжник, нормально. Мы берем белку. Белку ставим сюда. Обратно, он ничего не ставит вроде как. Волком уничтожаем белку, пытаемся уничтожить кошку, у которой 9 жизней. Ставим волка, и он выносит его волка, да? Все. Мы атакуем уже врага нашего, хорошо. Такс. Давай еще волка возьмем, допустим, себе. Мне пока играть больше нечего, просто ждем.
и сносим его в щи. Мы тут собрали все отлично. Все, это победа. Ты победил и прошел мимо окровавленной тропы. Крипово вообще. Не знаю, такая атмосфера очень своеобразная здесь, я бы сказал. Так, смотрим. Маленький волчонок подрастет после одного хода. Его выгода в том, что он дешевый. Он требует один крови только лишь, а не два. Одну жертву. Воробей, он летает. Короткий воробей недорого обойдется, если брать хиленького. Давайте попробуем воробья, наверное, взять. Будет поинтереснее так. Потому что волки у меня двое уже есть, хотя тут подешевле. И воробей сразу бьет... Бьет противника. Во мгле ты наткнулся на странные камни. Чем с ним делать? Ты был вынужден избрать достойную жертву. Ту, которой ты лишишься навсегда. В смысле? Ну, воробей, походу, недолго с нами был. Ну, мне кошка очень нравится, на самом деле. Во-первых, Нек, это, в принципе, милота, да? Я ж не буду жертвовать. А, стоп, погодите-ка, интересно, а если я кошку пожертвую? Она пожертвуется или нет? Выживает после принесения в жертву. Здесь, конечно, другая жертва, скорее всего, но вдруг она выживет. Давайте проверим. Мне интересно стало что-то как-то. Может, она выживет реально? Ты окинул взглядом свой зверинец и выбрал здорового носителя. В смысле? И выбрал здорового носителя. Зачем мне выбирать здорового носителя? Я уже кошку выбрал, пожертвовать ею. Допустим, волк. А, это мы жертвуем кем-то ради кого-то, ради апгрейда, судя по всему. Котик! А, погоди-ка, жуткое зрелище. Кошка отдает свою душу, а волк ее принимает. А, это не просто апгрейд, это передать эффект. Теперь я волком могу жертвовать, блин. Но волка надо умудриться поставить еще для начала. Так, ну хорошо, это что такое у нас? Какая-то кракозябра. Там дальше будет развилка, кстати, небольшая. Ой. Узри мой тотем. Он добавляет символ летунов моим псовым существам. А у него будет летать, судя по всему, враги, да? Он обезумел. Ты же это видишь? Ему начихать на правила. Жалкое зрелище. Довольно. Он хочет видеть, как я мучаюсь. Горностай, что происходит у вас там за терки такие? Погоди-ка, я могу... Может быть, текст поставить чуть-чуть еще. Как его включить, настройку вообще? Друзья, как настройки включить? А, вот сюда поставить, окей. А, я еще немножечко помедленнее диалоги поставлю. Чтобы было покомфортнее, так я думаю. А, значит, сначала мы белку в любом случае ставим, она бесплатная. Дальше. Можно воробья, можно горностая. У горностая меньше хп. Ой, у воробья меньше хп, точнее. Можно подождать, поставить волка. Этот волк у нас какой? Ой, нифига пальцы. Ну так, надо ВАС постоянно использовать. Так, мы видим, что он будет ставить койота или тучую мышь, да? Хорошо, что я белку поставил левее, потому что ее бы снесли, если я поставлю туда. Мне тебе напомнить, предметы на столе могут тебе помочь. А, ну кстати, да, можно попробовать их использовать. Так, этот волк без обилки, к сожалению. Эти будут бить как его, сквозь их, поэтому волк моего не убьют. Воробья один атаки. Он может вынести летучую мышь, например, да? Давайте тогда вот так. А, стоп, стоп, он не вынесет летучую мышь, он же бьет сквозь. Фу, блин. Ладно, хрен с тобой, туда поставим так. Потому что мне надо будет сюда поставить существа, которое будет убивать вражеского. Можно, в принципе, белку сломать и вызвать волка, например, да? Но этот нам бить будет по один ход, добавлять. Что тоже неплохо. Хотя сейчас меня ударит весьма сильно. Давайте сломаем одну белку, наверное. Поставим ее вот так. Можно горностая, допустим, еще. Или нет, давайте подождем, все. Я хочу поставить волка и сразу вынести кого-то с него. Так будет выгоднее. Мой тотем одарил моего койота символом летунов. Да, поэтому он бьет сразу меня, даже если здесь было бы существо. Я чуть не сдох. Обучение, блин. А, блин, без кошки, конечно, печально. Так, давай ставим сюда белку, значит, раз.
теперь мы... Можно вызвать волка. Он вынесет, в принципе. Они одинаковые. Давайте, короче, ставим волка. Стоп, а я же могу, по сути, бить вообще-то хозяина. Мне это выгоднее, потому что так я 3 очка получу, а так я 2 в овер кину. Мне это будет выгоднее. Я так больше чаши весов перевешу. А горностая тогда поставим вместо воробья, допустим, вот сюда и вынесем его койота. Снова на доске. Скажи спасибо, что не на пилоне. Так, все. Вот, хорошо. Он там волчонка ставит. Тоже меня бьет на двоечку. Мне нужно... Допустим, существо пока что. Волк. Это волк, которым можно будет жертвовать. Но ему нужны 2 жертвы тоже. Этот нам 2 жертвы не даст. Жертва, собственно, это сколько требует жертв, но... Он не возвращает столько же себе обратно. Он будет все равно одну требовать, я так понимаю. Это у нас растет. У него сразу 1 хп. Наш волк потратит на него целый ход. Обидно будет, конечно. Ну, пока что так делаем. Бьем на единичку. А, нет, бьем еще волком на троечку. Тогда самородков целую кучу получаем. До победы всего ничего. Всего-то 3. Я вот пытаюсь понять, как здесь определить вообще принцип победы. Вот сколько здесь лежит. Так наглядно непонятно особо. Так, так, так. Аккуратненько живем. Теперь берем себе белку. Можно поставить белку вместо горностая, например, как вариант. То есть, смотрите, я могу поставить белку, вызвать волка этого, да, вместо горностая и белки. Точнее, вынести летучую мышь, например, чтобы она меня не грызла. А то задолбала что-то, если честно. Больновато как-то. Давайте, наверное, так или нет все-таки. Я просто боюсь, не знаю, горностай как-то ему не понравилось, когда я его в жертву принес. Может, не надо его приносить? Я не знаю. Да вроде типа, что будет-то? Не должно быть ничего страшного, да? Давайте вынесем тучу мышь. Она задолбала меня грызть, реально очень много уже ест. Давай, клик дальше. Все, выносим всех. И у нас сейчас будет целая куча времени для того, чтобы его сносить. Атаковать. Так, берем себе черепаху. Но мы сейчас ничего не можем использовать. Нам нужна еще белка, чтобы этого волка жертвовать. Чпоньк. А, ну мы сейчас победим, наверное. Да, мы все, целую кучу набрали. Готово. Свернули шею этой статуэтки. Впечатляет. Возможно, ты даже переживешь это испытание. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сгладить. Он нас как будто бы и обучает, и сопровождает, рассказывает нашу историю. И что-то как-то... Блин, не знаю, гнетущая атмосфера очень так, необычные ощущения, мне трудно их объяснить. Чудовищный гризли, одного взгляда на него достаточно, чтобы понять, насколько он полезен в бою. Он 3 жертвы требует, очень дорого, но сильно зато. Вероломный ворон, предвестник беды. 2-3, но он летает, требует 2 жертвы. Вообще полет как черта типа полезная, она сразу бьет заклинателя получается, да? Саму не существ этих, не знаю, хозяина. Но с другой стороны... Его могут снести легко, он не будет этому сопротивляться, если напротив него стоит обычное существо. С одной стороны, тебе можно играть на быструю победу, но мне кажется, сейчас как-то покомфортнее, стабильнее выносить вражеских существ тоже. И потом уже вот, чтобы гарантированно постепенно выходить в плюс и заполнять стол. Воробей требует 1 и 1-2 статы. Ну, гризли прям, я не знаю, весело будет, но он дорогой, зараза. Давайте попробуем гризли, хрен с ним. Мне бы волка второго убрать, который у меня без ничего. Так, здесь костер, предположительно, что это улучшение какое-то будет, или что-то в таком духе. Здесь непонятно что. Давайте, наверное, непонятно что сходим, допустим. Не знаю. А, это... Стоп, стоп, стоп. Это тоже жертва, да, как раз таки. А, я могу выбрать только то существо, которое имеет черту. Мы же эту черту как раз таки передаем. Мы передаем черту полета. Кому? Я пойду. Ты полетишь, блин, сейчас отсюда. Можно сделать летающего гризли, но я бы хотел, чтобы летал у нас кто-то. Например, что летающий, он не будет бить врага перед собой. В принципе, гризли можно так поставить, на самом деле. Смотрите, он будет бить босса. Ну, как этого, хозяина. При этом у него много хп, он может впитывать спокойный урон несколько ходов. Давайте летающий гризли будет. Может быть, стоило взять горностая, конечно, дать ему, потому что он что-то просит, не знаю. Может, с этим есть какое-то особое взаимодействие, событие или что-то еще такое, но я думаю, что еще успеем проверить и все. Гризли теперь у нас летают. Летающий гризли.
не желаю никому такого встретить. А там в конце у нас финальная битва, судя по всему, в забеге, да, наверное? Либо на этаже. Мы оба можем выбраться отсюда. Ответ кроется в этой мерзкой хижине. Замолкни, не то я тебя на клочки порву. Горностай что-то знает. Ты как сюда попал? И какие между нами взаимоотношения? Я что-то не понимаю сейчас. Так, что у нас на столе тут такое? Пихта великая. У нее три щита, и она что-то как-то то ли летает, то ли... Карта с этим символом блокирует атаки существа с символом летунов напротив. А-а-а, вот оно что. Мощный прыжок. Но не будет блокировать обычных, да, судя по всему? Или блокирует всех вообще? Не знаю. Так, хорошо. Он ставит нам воробья сюда. Ой, гризли. Гризли это стрёмно. Так, этот волк, который бессмертный, да? Белка, горностай. Блин, я сейчас горностая буду... А, нет, стоп. Я горностая могу поставить, но я с ним... Может, знаете как, в принципе, поставить его сюда, потом его отсюда убрать, потому что здесь будет гризли, типа мне будет хана все равно. О, я даже не знаю, как мы будем сейчас этого медведя контрить. Потому что наш медведь против его, мы сначала будем набирать очки, но наш медведь сдохнет, а потом этот будет меня дамажить. Давайте, допустим, я ставлю белку. Мне бы волка как можно быстрее поставить. Вот этого. Но не получится. Давайте, наверное, горностая ставим. Это без минусов. Рано, что мы горностая расходуем, получается. Поставим пока что сюда все-таки, допустим. Сюда, ты уверен? Мне виднее. Что-то тут со мной болтает еще. Второй медведь! А почему ему жертву играть не надо? А мне требуется, чтобы про карту разыграть, нам требуется сам жопу порвать. А он на халяву берет и юзает просто, берет и делает. Так, допустим, ставим. А, кстати, а я ведь не поставлю гризли вообще, пока у меня тут пихты мешаются. Давайте ставим белку. Теперь жертвам белкой и вот этим болтуном. Ой, да ладно. Гризли его порвет. Блин, а куда его ставить? Погоди-ка. Гризли его убьет, где бы он ни был. Нам, по-моему, жопа. Ну это уже не обучение, я надеюсь, да? Чтоб я не сдох в обучении, иначе как-то это фейлово совсем. А, ну можно вот это использовать еще. Надо, чтобы мне дерево сломали, а он тут дерево ломать будет очень долго. Блин, не знаю, пока дерево есть, я даже три энергии не могу ниоткуда вытащить. Может это стоит использовать на следующий ход? Может оно бьет как раз таки, например? Воробей, ох ты, блин. Я при смерти прям. Так, ну мы берем себе. У меня нет этого самого теперь волка даже. Нам жопа. Давайте белку, давайте попробуем. Попробуем вот это, ой. Ты заслужил этот бонус. Стоп. Не думал, что ты впрямь этим воспользуешься. Стоп. Так это зубы, что ли? А я смотрю, вот это как-то на зуб похоже очень. Они зубы вырывают, что ли? Типа ты бьешь, выбиваются зубы у противника. А он сейчас этими плоскогубцами свой, как будто бы вырвал, там такой эффект был. Он к себе чисто его поднес. И кинул ему на весы. Что так крипово? И что мне делать сейчас? Меня убьют. Я могу белку поставить, чтобы заблокировать урон просто, например. Могу белку разбить, но я не поставлю гризлика. Давайте белку разобьем. Я не знаю, но у нас без шансов, правильно ведь? Что-то он медведями меня законтрил, если честно. Может быть такая сейчас ситуация, потому что выглядит как-то подозрительно, что слишком-слишком как-то жестко, как будто бы это я не вижу варианта вообще это, чтобы физически могли пройти. Может он нам что-то сейчас скажет, что типа... Может это так и задумано. О да, там перевесило немножко. Ты проиграл. Смягчить мое разочарование может разве что еще один урок. Встань. Встань из-за стола. Мне уйти?
подай мне подсвечник. Он на бочке, что у двери. Что? А, ой. Я могу управлять. Я в комнате, я в хижине, да, про которую как раз таки говорил горностай, кстати, судя по всему. Я могу ходить. Он сказал на бочке, что у двери. А это что такое? Сейф какой-то. А это точно карточный рогалик? Есть какие-то ключи. Ключ нужен какой-то, судя по всему. Не смотри на меня так. А если к тебе... А, к нему не подойти ближе, да? Волчонок в клетке. Покрутить можно. Это моя банка как раз таки, и стол был. Молоток. Вещи всякие, я просто осматриваюсь еще в том числе. Так, он сказал... Подсвечник взять, да, вот этот вот. Принеси его сюда. О, какая рука. Просто теперь сядь. Такое ощущение, что я в пыточную какую-то попал. Позволь себе кое-что разъяснить. А, это мое... Это было твое право на ошибку. Это, наверное, моей жизни, да, я сразу подумал об этом. Если проиграешь снова, я принесу тебя в жертву. На чем мы остановились? Неприятно. Как-то было сейчас. А, так, это у нас предметы поискать, да? Я... Слушайте, как хорошо, что я белку не использовал с бутылки. Может, на костер стоит сходить, а? Там, если в сундуке, если в мешке мы получаем три предмета, то у меня сейчас один будет как бы не поставиться. Давайте на костер сходим, посмотрим, что там будет. Так, черепаха. Хорошо. Воробей. А это что такое за... Что за грибочки? Гризли, воробей, черепаха. Грибочки. Не знаю, давайте, допустим, воробья возьмем. Что-нибудь дешевое, потому что у меня дорого сейчас. Гризли хрен разыграешь. Ему пол стола надо удалить. Ты набрел на небольшую группу выживших. Они столпились вокруг костра, изнемогая от голода. Их взгляды были прикованы к твоим существам. Подойди, пусть один из твоих зверей согреется у костра, сказал один выживший. Он точно согреется? Согрей зверя у костра, его сила увеличится, сказал другой. Верим? Ты заметил, как один из выживших вытер текущие слюни? Горностай! Не хочешь погреться у костра? Ну, наверное, сюда надо греть, отправлять обычного волка, я думаю. Он мне меньше всех нужен, если это... Написано плюс один, типа, как будто... Может быть, это подстава такая, он реально повысит ему, например, там дамаг. Но что-то я им не верю особо. Кто из них самый вкусный? А, в смысле, самый замерзший? Горностай, не хочешь по это самое? Я просто боюсь им жертвы, потому что мало ли им еще там взбунтуется. Хотя мне очень любопытно, что будет. Давайте волка, допустим, погреем. Плюсик. Бедный зверек грелся у огня, пока его параметр увеличивался. Стоп, так они реально его согрели? Один из выживших потянулся к нему рукой. У другого скрежетали зубы. Ты молча забрал своего зверя и ушел подальше от костра. Нет, я думал, они сожрут его. Я хотел удалить этого волка, а теперь он у нас он самый сильный. Ну, он 4 атаки имеет как гризли, но при этом дешевле. Правда, у него ХП гораздо меньше. Ой. Череп какой-то. Деревья начали смыкаться, и на тебя опустился холодный туман. Издалека донесся звон железа. В твою сторону ковылял какой-то мужчина. Какая-то ролевая игра вообще. Ниха! Это был старатель. Наш противник одевает маску босса. И в зависимости от того, какую маску он надел, судя по всему, с таким мы будем и сражаться. Блин, нифига как это оформлено вообще. Сделано так. Гризли, волк, воробей, белка. Так, что у нас здесь такое? Булыжник. Если сюда поставить летающего врага, будет больно. Кто это? Вьючный мул. В конце хода владельца карта с этим символом перемещается в сторону, изображенную на символе. Карта с этим символом перемещается в сторону. То есть он будет перемещаться направо, судя по всему, двигаться будет, да?
А других он двигает, нет? Так, ладно, допустим. Блин, опусти эту штуку. Мне не нравится, что он ее поднял, так грозно ее держит. Так, ну мне нравится. А где горностай? А, горностай не вытащили. Я что-то думал, что мы горностай гарантированно вытаскиваем каждый ход. Давайте, значит, смотрите, я беру себе белку еще одну. Я жертвую сразу же в пользу волка. Вот так. И ставим волка, допустим, сюда. Атакуем сразу босса. Все, у нас этот волк жертвуемый. Стоп! Он жертвуемый. Правильно? Я ж могу тогда и воробья поставить. Опа. И воробья ставим, допустим, вот налево, потому что здесь он помрет сразу же. Все. Идеальный первый ход. Хватило ресурсов. Отлично. Вьючный мул двигаться будет, да? Так, там второй койот. Гризли. Так, нам нужна белка. Мы можем поставить гризли, кстати говоря, сейчас. А, стоп, он теперь налево двигается, да? Ну, пусть двигается, он вроде ничего не делает, он просто будет блокировать урон, считайте, да? Я ставлю белку, я жертвую воробьем и белкой, я ставлю мега-гризли, который, в принципе, может два хода блокировать урон койота, если мы выдержим. Но мне кажется, что нам это может не понадобиться даже. Мы можем и так снести, по-моему. Ну, давайте... Пускай он бьет. А, правда, он будет у меня отнимать хп, да, и перевешивать. Может, стоило сюда поставить, потому что мы быстрее победили бы. Ну ладно, уже поздно. Что вот это такое светится? Почему я не могу нажать сюда? Ладно, клик. Победа, нет? По-моему, победа. Вообще отлично. А, нет, стоп, ты ведь не надеялся на легкий поединок? У него тоже две свечки, у него тоже жизнь есть. Обнуляет счетчик в этих картишках золота. Но мы сейчас снова наберем столько же очень быстро. Э, куда? Золото, я добыл золото. Нам жопа. Какое в жопу золото? У меня там карт толком не осталось атакующих нормальных. Я самое ценное разыграл уже. Золотой самородок. И что с ним? Типа, если его ломают, может быть... Там вот эти зубы, они как золотые. Может быть, это как раз-таки добавляет счетчика в какую-то из сторон. А если это ему... Если он ломает это и добавляет мне на весы, то это неприятно. Я не могу их сломать. Золотой самородок не может быть жертвой. И что мне делать? У меня тут всего одна жертва максимум может быть сейчас. А меня бьют еще. Он меня просто сейчас математически убивает. Гончая. За ними. Золотой самородок разыграл. А, он, смотрите-ка, он сломал его, но он не присыпался туда. Окей. Когда существо противника встает напротив пустой ячейки, карта с этим символом занимает эту ячейку. Ага. То есть, если бы здесь не... Если я поставлю сюда врага какого-то, да, эта гончая переместится вот сюда. Она прикроет страж. Как раз таки, да, понятно. Муравейника, это что? Когда на доске появляется карта с этим символом, вы получаете муравья. Это я куда? А, это я налево-направо нажал. Тут, смотрите, вот есть... Приложение 12, подраздел 6, навыки 17-16. Судя по всему, можно листать еще. Это у нас типа есть такой справочник. Можно его открыть как на нужной страничке, если нажать на навык, можно его в принципе полистать. Так, ну мы берем себе белку. И мне с ней нечего делать, я пропускаю ход, если я поставлю, она умрет сразу же. Ну нечестно, он просто меня законтрил полностью в ноль этим ходом. Но я умер. А что я мог сделать? Читер! Мне достанется больше золота. Уйди! Я рефлектор на кресле отодвинулся. Что-то стрёмно как-то. Ты еще не умер. Это не чистилище. Он с бородой, по-моему. Хотя разница не такая большая. Пока твой срок не истек, я хочу кое о чем попросить. Хочу сувенир на память о тебе. Твоя собственная карта смерти. Пока она ничем не примечательна. Мы с тобой вместе это исправим. Я хочу, чтобы она напоминала о тебе. Вот несколько карт из твоей заурядной колоды. Так, ну волк гораздо мощнее.
что с ними, мы можем найти им хорошее применение. Прошу, выбери карту, у которой мы отнимем цену. А, она станет дешевле. Вообще имбище такого волка. Волк, капли крови 2. Оп. А, отнимем цену, в смысле возьмем цену ее. И еще одну, на сей раз я заберу ее силу и здоровье. Смотри на числа. Руина! Отнимем, я думал, что он отнимет цену у нее, подешевле сделает и нам ее принесет. Он у нее цену скопировал, нахрена копировать цену дорогой карты? А, блин, верни назад. Сохранено минуту назад. Можно вертай взад, я не хочу, это цена 2. Карта говна у нас будет. Так, ну статы 4-2, наверное, лучше. Волк, сила 4, здоровье 2. Блин, это могла быть карта за единицу. Теперь выбери карту, которой ты позаимствуешь символы. Символы, я так понимаю, что это... Вот это, наверное, да, полет, типа. Ну, полет берем. Гризли, символ летун. Было бы лучше взять себе, блин. Я надеюсь, что нам позволит еще пересобрать. Могла быть карта за 1 с жертвой и с хорошими статами. А получается за 2 с полетом и статы средние. Я так и не спросил твоего имени. Так, Леоми. Допустим. Осталась последняя деталь. Портрет. Портрет нам не надо. Э, ты готов? Нет, не готов. Никакого Дианона. Улыбаться не нужно. Куда я попал вообще? И вот опять. Очередной соискатель. Похоже, время пришло. Пора тебе узнать про кости. Находчивый опоссум обойдется в 2 кости. Что за кости? Ты получаешь кость каждый раз, когда твое существо умирает. По той или иной причине. То есть мы сможем потом... вызывать тогда, когда у меня кто-то откисает. Вот как раз какая у меня ситуация сейчас была, что я не мог никого призвать после смерти их. А это позволяло бы нам так как раз таки с ним справиться немножечко. Так, хорошо. Учтем, добавляется небольшая механика. Гримучник, а мы можем как-то карту посмотреть, нет? Сейчас. Вроде нельзя. У нас, кстати, здесь есть белка и есть, опять же, плоскогубцы одна штука. Что-то у них не... Вроде позитивная штука, да, там помогает тебе валюту набрать. Ну что-то как-то криповенько она выглядела. Горностай, опоссум, опоссум позже. Можно, в принципе, горностая сразу же, например, себе призвать. Он будет призывать кого? Он будет призывать гримучника, который сразу вынесет больно весьма. Гримучника надо будет снести чем-то лайтовым. Можно было бы горностаем вынести, кстати, его. Попозже, потому что горностай сразу ударит. То есть поставить его сюда. А пока что пускай просто будет здесь белка, я думаю. Да, давайте так, пока не торопимся. Мне кажется, это вполне себе правильный ход. Он, мне кажется, убивает сразу же троечку. Но ничего страшного. Берем себе еще одну белку. Теперь ставим горностая на гремучника. Гибель твоей карты подарила тебе кость. А, хорошо, спасибо. Ты можешь тратить свои кости, но в конце раунда они все исчезнут. А, погоди, гибель белки тоже засчитывается? Крутяк. Ну, белку просто ставим, наверное, я так думаю. Пока нам больше никого не призвать. Пока что так нормально, я думаю. Окей, выносим его. Он ставит еще одного гремучника, который вынесет мне горностая, если я его там оставлю. Неприятная ситуация. Давайте, ребят, перед тем, как продолжить дальше, я бы хотел сказать спасибо огромное, передать привет Виксилу. Задал 300 рублей сердечко меня поддержкой. Написал хе-хе-хе. А вот и инскрипшн. Читиканцам, комментаторам и зрителям не подсказывать. Леомус, разбирайся. Комменты постарайся не читать. А то знаем мы этих, а вот там вот это вот. Поэтому лучше не так, а вот так. Прекрасных тебе эмоций. Ну так написал, огромное спасибо за поддержку. И да, ребят, наверное, комментарии по этой игре я, собственно, предпочту не читать, потому что я хочу, чтобы полностью эмоции все сохранились и ничего лишнего такого не узнавать. Поэтому, ребят, надеюсь на понимание. Я думаю, что так будет интереснее пройти и мне, и зрителям посмотреть в том числе. Так что вот такая тема. Большое спасибо за поддержку. Пока я тут пытаюсь понять, где мы вообще нахрен оказались. Что-то тут странное происходит весьма. Горностай наш сдохнет, да? Но он зато заблокирует гремучника. А потом мы его опоссумом унесим. Давайте, белки убираем. Волка ставим, опоссума пока что не ставим. Хотя можем.
Я лучше снесу с него вот этого змею эту. Так будет получше для меня, я думаю. Сэкономить сразу же. Мы потеряем всего, как мы потратим. Не потеряем 3 хп. Так, берем сейчас, значит, что? Кого? Наверное, сначала обычную карту. Это у нас... Ой, жаба. Жаба, она блокирует летающий урон. А, ну потому что она языком это самое, рабочий язычок имеет, точно. Как-то странно это звучало, наверное, да? Кстати говоря, я могу жабу поставить вообще-то сюда даже. Но мне пока не надо, я думаю. Пока нормально. Так, зачем мне опоссума тратить, правильно? Все. Выбиваем. И это победа? Нет, нет, не победа пока что. Белка. Погодите-ка, а если у меня закончились все карты? Наверное, тут может быть динамично так рассчитано, что у тебя бой слишком долго не длится. И обычные карты урона у тебя закончатся, ну, типа, не должны. Ну, либо ты скиснешь из-за этого. Как жестоко. Ты нанес мне больше урона, чем нужно. А ты что хотел? Впрочем, в моей игре за такое полагается награда. А, стоять, давай сюда. Награда это мне. А если быть точным, весь излишний урон превращается в зубы. Да, это зубы, судя по всему. Охотника заинтересует твоя добыча. Охотника. А, наверное, овер-урон дает нам золото. А мы сможем его потом поменять. Ох. Я забыл взять твою фигурку. Встань и принеси ее мне. Блин, это буквально... Она возле сейфа. Буквально партия в настолку. Сейчас бы в настолочку поиграть. Мощный прыжок. А, это как раз-таки наша книжка, в которой мы читаем правила. Тут какие-то инструменты, которые не взять. Время. Почему три стрелки? Типа секундная еще. Так, где он там сказал она еще раз? Это карты. Открытые, судя по всему, наверное. А, вот здесь, наверное, наша фигурка, да? Вот так мы выглядим. А, это племя, которое как раз таки мы видели в том числе. Можно поставить обратно, но это пока не надо. Ладно, прогулялись немножечко, давайте снова садимся. Продолжим. Я могу ее поставить в другое? А, нет, не могу. В другое место хотел. Хотя скипать, по сути, мне не нужно здесь, наоборот. Койот, тощий койот, а чего ты ожидал за 4 кости? Ага, он за косточки. Ну, за косточки звери, соответственно, послабее, да. Гнусный гремучник, хрупкое создание, за вычетом этих чудовищных кухов. Бьет больно, требует кости. Таракан, 1-1. Неубиваемый таракан, он возвращает свою руку после смерти. Угу. Но я предпочел сейчас скорее кого-то просто сильного. Когда у меня кости идут уже, надо идти ва-банк. Скорее всего. Давайте гремучник пускай будет. Он одно место также займет. Хоть и дороже, но все-таки. А знаешь что, можешь встать со своего сиденья, чтобы улучшить кровообращение. Я не тиран, можешь вставать, когда карта на столе раскрыта. Ага. У меня будет время спланировать твой следующий поединок. Только не трогай мои пожитки. Где они? Сразу потрогать надо. Так стрёмно что-то как-то что-то трогать, когда ты знаешь, что за тобой следят вот эти вот какие-то глаза. Я просто подумал, может быть, здесь можно с чем-то взаимодействовать, чтобы анлокнуть себе что-то. Вроде нет пока что, по крайней мере. Так, ладно. Поехали дальше. Поползли. Если встретишь камень преткновения, используй булыжник. Камень преткновения, используй булыжник. Допустим. Запасные кости на черный вечер. А, 4 косточки. Свинья копилка. Выбери одну. А, одну только, да? Ну, вообще, булыжник звучит защититься, типа, неплохо. С другой стороны, он занимает место, что неприятно. Давайте, наверное, кости возьмем. Обремененный 3 предметами, ты продолжил путь. Судя по всему, в мешке всегда 3 предмета дается, и ты можешь с собой только 3 таскать, поэтому учитывать надо. Ты что, типа умный? Он обычно никому не разжевывает про кости. Ну, вот тебе подсказал. Я видел, как... Предыдущая жертва писывала код в справочник.
Нам надо все-таки побыстрее текст поставить. Я просто думал, что текст будет обычные диалоги идти. Они будут прям большими. Давайте запустим вот такой. Предыдущая жертва вписывала в код в справочник. А, это я могу типа сюда посмотреть, да, так? Погоди-ка. А как мне... Вот, справочник, да? Мощный прыжок. Раздвоенный удар. Я думаю, ребят, я это торопиться читать пока все это не буду. Мы когда встретим, тогда и будет это актуально. Аморфность. А нифига тут на самом деле всяких особенностей целая куча. 38 страниц муравьи, ёлы-палы. А это что такое? Пролитая кровь. Дар амбидекстрии. А, это уже по-новому пошло как раз таки. Вергарпии. Окей, допустим. Здесь целая куча всего, не знаю. О чем пока. Трудно мне сказать, что тут с горностаем любопытное творится. Так, он хочет поставить койота и воробья, да? Воробей будет летающим. Можно там напротив воробья поставить какое-то существо. Причем... А, и надо два урона, да, желательно. Давайте пока что белку сюда раз. Горностай вынесет воробья, но за два хода только, да? Медленно, то есть весьма. Да, в принципе, нормально, пускай. Ладно. Пускай будет так. У нас есть одна косточка от белки, соответственно. Волк. Может быть, стоило опоссума туда поставить, потому что у горностая хотя бы хп есть, а опоссум без хп он танчить не может, а там бил бы так же. Убери руку. Спасибо. Ну, пока что, наверное, это все. Давай. Меня на 3 бьет. Перевешивает сразу же ощутимо. Так, ставим себе белку. Белку раз. Теперь... А, надо ее вынести. Ну, короче, горностай, прости. Ничего личного, опять. Мне жалко его стало. Теперь у нас есть опоссум. Мы опоссумом выносим койота. Прости, горностай. Я чуть не думал, что он сейчас пожалуется как-то. Так, мы берем себе карту на существа, допустим. Гремучник. О, это не скоро еще сыграем. Так, ну клик. Выносим потихонечку, хорошо. Теперь давайте белку, допустим. Клик. Да он сейчас киснет, и все. Отлично. Готово. Ничего нам не сказал, даже так просто молча отправил дальше, хорошо. А, гриф-индейка. 3-3, она летает. Боже. Я такой думаю, что это такое? Что за страшное такое цело? Он сейчас лёвит, такой, ой, какой красавчик. В смысле? Он, блин, он за два. Почему там? Я неправильно понял просто, что меня спрашивало. Я думал понизить стоимость карты. А мы свою собирали. Какой смысл был выбирать стоимость 2 вместо единицы? Только чтобы исключить, типа, какую-то другую карту. Ну мы, наверное, давайте я возьму сам себя карту. Карта Леомуса. Так, это у нас жертва, да? Здесь что-то непонятно. Вообще, давайте направо. Нет, стоп, не направо. Блин, у нас там предметы же не нужны. Больше 3 предметов с собой брать нельзя, а у тебя их уже 3. Может, вместо этого ты примешь подарок от моего друга? Опа. Ой. Вьючная крыса. Стоп, я не зря сюда пошел. Бережливая вьючная крыса. Никогда не сомневайся в практичности набитого вьюнка. Обьюка. У нее мешок есть. Может быть, она типа дает тебе предмет какой-то, когда умирает, или что-то еще такое. Прикольно. Я думал, что мы сейчас ничего не получим вообще, или нам можно будет заменить разве что что-то своего. Тут на такое свое событие. Так, это он все летает, да? А, нет, или там тотем. Ты хоть открывал справочник? Открывал. Там должен быть записан код. Та жертва искала символ жабы. Символ жабы? Символ жабы у нас получается защитой... А, ну это с мощным прыжком было, нет? У него был мощный прыжок. Символ жабы искала. Тут типа должен быть какой-то код, что ли? Что-то должны найти. Если мы будем... Я так понимаю, что если мы не будем допирать, то он нам будет больше и больше, наверное, намекать на это, да? Символ жабы. Но тут у нас не символ жабы, тут у нас просто обилки всякие. Какой нахрен код?
Может, на последних страницах, которые краски плохо отображены, вот так, например. Они чем-то... Может, это кровь? Заляпаны. Пролитая кровь. Когда на столе появляется карта с этим символом, ее параметр равняется количеству жертв, принесенных во время вашего хода. Без понятия. Ладно, давайте пока что... Леомуса поставить было бы прикольно. Так, он у нас ставить будет летающего волчонка, который потом эволюционирует, и у него... Он перевоплотится, понятно, да. И... А что делать вот это? Еще раз. Блокирует летающих существ, да. Будет получать урон сама. Я летающее существо, между прочим. Поэтому на меня это действовать будет вполне себе. Давайте горностая поставим, допустим, пока что. Кстати, если он вызывается, он растет через ход, тогда нам стоит горностая поставить направо, он получит урон сразу же от волка, когда его поставить сюда. А потом он волка добьет. Он не даст ему вырасти. Отлично. Не забываем про свои предметы, но пока что вроде у них нет такой большой необходимости. Надо следить за тем, какая у нас карта дальше, чтобы было проще рассчитывать, что, сколько я могу потратить, сколько нет. Альфа. Что это такое? Лидер. Карта с этим символом дарит существам по сторонам одну единицу силы. Ага, по бокам. Так, у него 2 хп. Леоми наш. Я буду летать и бить. Мне не особо подходит вариант. Блин, не получится у меня сейчас от белки избавиться. Поставить опоссума и избавиться от опоссума. Не дадут мне так сделать, так понимаю. А, тогда пока что ждем. Кликаем. Выносим одного, альфа. Так, волчонок будет сильнее. Волчонок вырастет еще к тому же. Давайте берем еще одну белку тогда. Как бы мне тут их сносить так нормально, а? Сможем ли мы вынести быстрее босса до того, как волчонок вырастет? В принципе, есть шансы вполне. Волчонок сейчас бьет на один только, что он меня не добьет, то есть, да? Тогда ставим раз белку. Белок жертвуем. А, стоп, я ж могу и направо поставить себя. Тогда давайте так лучше. И ставим еще опоссума. Стоп, опоссум не добьет его. Опоссум его не добьет, а волчонок сразу меня снесет. Тогда лучше подождать с опоссумом. Тогда лучше опоссума поставить, чтобы вынести медведя. Давайте так. Почти. А, нет, готово, все, я тут парился, я думал, что еще надо, я просто пока не чувствую этого особо. Это выглядит как капкан. Не нравится особо. Ну ладно. По пути тебя остановил охотник, который желал продать свою пушнину. Чего? Что-то в его внешности настораживало, но все твое внимание было обращено на товар. А, он, это буквально какая-то, не знаю, ролевая игра. Хочешь позырить на моей шкурке? Он надел маску торговца. Блин, нафига как прикольно это все оформлено вообще. Это ж реально зубы, да, золотые? Может, нет. Знаю, вроде да. Одну шкурку за даром даю. Так, кроличья шкурка, а зачем мне вот эта вот туша? Которая ничего не делает, да? У меня получается 5 зубов, да? На это нам не хватает, судя по всему, золотая шкурка. Шкура. А зачем они? Ты их видел? Ты их качество видел? Видел. На эту штуку у тебя зубов не хватает, не хватит. Ладно, допустим, купим вот это, я не знаю. Я не знаю, для чего мне это волчья шкура? Может, она что-то будет как-то бафать? А, может быть, она будет одеждой служить для существ. Ее можно надеть сверху и дать хп им. Точно, это логично, это не существо. Это одежда именно. Так, ну вроде тогда все. Все. Что еще хочешь? Ты уже уходишь? Почему так крипово? Прошу, возьми хоть что-то. Я взял. Надо было кликнуть еще. Спасибо за сотрудничество. Он заверил себя в высоком качестве шкурок. На первый взгляд они кажутся бесполезными. Но он сказал, что лавочница дальше по пути может кое-что за них предложить. А, или нет все-таки. Или все-таки это не одежда. Так, лавочница по пути. Здесь у нас жертва, да?
Давайте на жертву лучше пойдем. Хотя у нас, типа, вдруг у нас мешок, если еще пойти на него, он что-то еще даст. Не знаю. Погоди-ка, если я пойду вот так вот, мы лутаем. А, нет, нормально, одинаковое количество комнат. Ну, пойдем, допустим, сюда. Жертвовать кем-то будем, не знаю, кем пока что. У кого есть способность? Леомусом я жертвовать не хочу. Можно жабой пожертвовать, она как будто бы не очень сильной выглядит. Хотя она дешевая. А крысюк выглядит совсем слабо. 2-2 за двойку. Давайте его крысюка, короче, в жертву. Меня. Ну давай тебя. Хорошо, послушаюсь. Горностай, давай. Какая честь. Горностай просто мем какой-то, я не знаю. Он такой прикольный. Так, ладно. Обычная классическая битва. Белка, опоссум, жабус, леомус. Так, он ставит кого? Дикобраза и койоту. Дикобраза у нас... когда карта с этим символом получает урон, обидчику возвращается 1 единица урона. Его надо ваншотить. Желательно. Жаба, опоссум, леосум, леомус, то есть... Ну, допустим, белка раз. Здесь можно жабу поставить разве что. Как будто бы не шибко прям эффективно. Мне бы волка. Жаба мало импакта даст. Давайте пока подождем. Ауч. Ауч, ни хрена себе больно. А, блин, а мне же получается, а мне же сейчас тут самые белки так-то нужны. Не, мы белку можем разбить. Ты открывал справочник? Ты знаешь, о чем я? В нем информация. Про все эти символы. Ну, знаешь. Символы на картах. Да, я знаю, я проверял. Все в курсе. Это он, судя по всему, про вот это намекает нам. Любитель безделушек. Если в вашем рюкзаке есть место карт, есть место, карта с этим символом подарит вам случайный предмет, когда окажется на доске. Ага. Никогда умрет, а окажется на доске даже. Так, смотрите, я использую белку. Я ставлю белку. Я... Можно поставить Леоми, себя выставить на стол, и потом выставить опоссума. Опоссума вынести койоту, например. А потом... А, нет. Да, давайте пока что так сделаем, наверное. Здесь у нас тоже дикобраз, да? Дикобраз бьет не очень сильно, но он меня за 2 хода убьет. Мы должны вынести его быстрее. Давайте сюда, короче, ставим себя. Теперь опоссума направо на койота. Горностая можно вместо опоссума, но это не особо хочется. Я бы лучше на следующий ход горностая поставил бы и получил бы предмет тогда. Я хочу с того боя вытащить еще себе лутинку, соответственно. Ауч. Зато меня блокирует собственная мордашка. Так, белка раз. Белку ставим. Горностая... тоже ставим. И вопрос, куда его? Может, лучше к дикобразу поставить, чтобы блокировать урон? Нет, лучше дамажить сейчас. Нам надо вынести его за этот ход. На крайняк вот этим еще. Может быть, стоит это добавить сразу же, кстати. Жаба, она блокирует урон, но не этот самый, как его. Но она ударит по дикобразу. У нас 4... 4... И еще... У нас 5 урона. Ой, 6 урона. Должно хватить, чтобы завершить бой. Надеюсь. Да, хватает. 1 овер есть. Не очень много, но... хоть сколько-то. Так, слева у нас получается рюкзак очередной, да? Давайте лучше направо пойдем на вопросик. Так будет лучше, мне кажется. Правильнее. Так, здесь у нас олень. 2-4, он двигается, да? Вертлявый олень перемещается после нападения. Кто это? Реджинальд. 1-3. Прикосновение смерти. Когда карта с этим символом носит обидчику урон, тот сразу погибает. Оу. Это, судя по всему, существ убивать будет гарантированно, да? Она требует 3 кости, кстати. Она не такая дорогая. И волк. Давайте Реджинальда возьмем, наверное. Хотя у меня много всякого за кости получается сейчас. Очень важно вначале вытащить хорошую колоду. Чтобы не надо было на это много времени тратить потом еще. А, можно Реджинальда, в принципе, его обилку... смерти? А кому я могу ее отдать? Кроличья шкура у нас получается. А, ну ее надо просто притащить в магазин.
Можно, в принципе, не стоит ставить опоссуму его обилку, потому что опоссум хоть дешевле, но у него хп на в 3 раза меньше, это как-то большая разница. Жабью обилку взять. Как-то тоже не сильно, если честно. Жабью обилку, кому ее давать-то? Блокирование урона в воздухе. Ее не жалко особо, а если будет тут другой блокировать, то его будет гораздо более жалко, то того же волка. Не знаю, давайте волку дадим. Другим смысла вообще не вижу особо. Он хотя бы может блокировать урон врагов, которые летают и бьют на единичку. Хотя бы с ними будет сопротивляться неплохо. Противопоставлять что-то. Каждая битва с боссами — это итоговая проверка твоей смекалки. В смысле? С одной свечой ты либо победишь, либо погибнешь. А, не бойся, дым может взять себе. Можешь взять себе. Спасибо. А, буквально дал дым мне. Босса надо победить дважды. В ушах стоит непрерывный звон. Твой путь преградил причудливый мужчина. Тот же самый, да? Это был старатель. Так, сначала надо вынести его... Кого он теперь? Опять старателя? Легкий босс. Нацелься на мула. На мула? Койот, вьючный мул. А, ну типа мула надо бить, да? Зачем? Надо мне выставить на стол, надо его вынести так, чтобы когда мы... Когда он убьет всех наших существ, у нас оставались какие-то сильные еще. Иначе будет хана. Что такое дым? А, дым 4 кости принесет или что? Костяной король. Когда карта с этим символом погибает, вы получаете 4 кости вместо одной. Ага, понял. И она бесплатная? Королича шкурка. Нахрена, блин. Но тоже бесплатная, правда. Как щит можно ее использовать. Так, давайте тогда сначала что? Я сначала использую кости раз, потому что освободить себе место. Это нам надо использовать после того, как мы пройдем первую фазу босса. Здесь у нас лежит булыжник, да? Он призывает койота. Так, ну допустим, белку мы точно ставим, да? Ставим горностая, наверное. Куда его ставим? Пока что сюда поставим, не знаю. Он нам дал булыжник, да? Можно будет заблокировать урон. Но это надо заблокировать урон, если он кого-то планирует поставить очень крепко. Потому что после булыжника я не смогу ничего поставить там нормально. Дым. С этим можно подождать. Дым лучше использовать как же... пожертвовать на кого-то, да? Кроличья шкурка, опоссум. Наверное, пока что все. Нужно нам сейчас вытащить какие-то получше карты. Но не всех ставить. Что это такое под ним? Кого он ставит дальше? Еще одного койота, да? Волк. Волк у нас блокирует летающий урон, но сам бьет прямо, да? Можно опоссумом вынести как раз-таки койота. Наверное, это правильный ход как раз-таки будет. Это раз у нас. А волка не призвать сейчас. Либо вместо кого-то. Пока не хочу торопиться с этим. Наверное, делаем так. Я боюсь просто, опять же, если он мне опять снова превратит все в золото, мне бить его нечем будет потом. Проблем пока не должно быть особо. Давайте белку раз себе добавляем в колоду. С дымом ждем. У нас там есть еще гремучник, который будет дорогой, который нам как раз-таки дым позволит его призвать. Надо волка и Леоми не разыгрывать одновременно. Пока что, наверное, просто ждем. Может попробовать его снести при помощи этих самых своих плоскогубцев? Быстренько сейчас. Или гремучника поставить, кстати. А, но чтобы гремучника поставить, надо удалить сначала дым. А дым, чтобы удалить, то придется поставить волка. Не знаю, сколько ему не хватает. Вот в чем вопрос еще. Горностай сейчас будет бить по боссу. В принципе, мы, смотрите, мы можем сейчас два раза ударить по боссу. Еще опоссум ударить. Там троечки уже может и хватит, кстати говоря. Мне на это же стрёмно как-то это ощущать сразу. Я вспоминаю проклятие мертвых богов. Там было такое, когда персонаж себе немножечко резал руку, чтобы валюту накопить, скажем так. Давай дальше. Ну уже немножко не хватило, зараза.
Я надеялся, что хватит. Очень на это надеялся. Ладно, берем себе Реджинальда, да? Реджинальда хорошо было бы выбить вьючного мула, но оно не вовремя все как-то пришло для меня. Гремучника поставить. Опоссум будет его долго бить. А, погоди, а гремучника я не поставлю. Я что-то как-то... Такс. У нас три косточки, да? Реджинальда можно, в принципе. Но его лучше против врагов, у которых много хп. На гремучника у нас не хватает валюты. На белку... Типа, белка, нам надо ее жертвовать кем-то. Волка я ставить не хочу, потому что он потом помрет. Мне нужен кто-то, кто бьет очень слабо, чтобы вынести мелочь. Но таких у меня нету. Ладно, давайте следующий, значит. Белка раз, дым два. Все-таки волка ставим, иначе я замучаюсь сейчас, мне кажется. Сюда ставим. Что такое было? Что-то было сейчас? Почему у меня белка? Как так странно отображалась, не знаю, не сразу же. По жертве. Так, все. Это мы выставили. С остальным пока ждем тогда, да? Мы пока обгоняем его немножечко. Давайте, пробуем. Просто если я всех сейчас выставлю, весь свой дамаг, он мне потом это все моментально снесет и будет хана просто. Гремучник, кроличья шкура и Реджинальд, да? Давайте обычную карточку, наверное, возьмем. Волчья шкура. Так хватит мне шкуры эти пихать. Мне с ними делать нечего. Так, у крота 4 хп, и он землекоп. Когда противник целится в пустую ячейку, карта с этим символом перемещается и принимает удар на себя. Угу. Такой щит. Чисто. Мы сейчас ударим его на 2 единички, да? Этого недостаточно, я бы сказал. Можно заблокировать, в принципе, как его урон, просто и все. Так поставить себе. Я больше ничего сделать не могу, да? Булыжник пока не надо. А, стоп, это конверт. Ох, ни хрена, так вот в чем дело. Эх, гадство, мой мул. Я что, забыл рассказать про чрезмерный урон? Излишний урон не уходит впустую. Он переносится на карту позади изувеченного трупа. Оверкил по этой клетке бьет на следующую. Тебе повезло. Хорошо, это очень пригодится. Так, вот мы кость получаем. Вечный мул содержал в себе конверт с картами, поэтому горностай мне говорил бить его. Надо слушать горностая. Горностай фигни не скажет, вот что я скажу. Гриб индейка 3-3 летает. Бобр. Плотинный мастер. Когда на доске появляется карта с этим символом, на пустых соседних ячейках образуются плотины. Плотины сила 0, здоровье 2. Угу. Так, у нас... Подожди. Волчонок есть еще маленький, да? Волчонка маленького хватит, чтобы вынести... Вот этого чела, да? Давайте белку тогда себе добавляем. Белку ставим. Волчонка вот сюда. Все, мы его, по сути, сносим сейчас, да? Ну или почти. Нет, сносим. Вот, все, хорош. Так, теперь он своей киркой в этих картишках золото. Нет там золота, убери свои руки от моих картишек. Ой. Золото, я добыл золото. И мне нечего играть, нечего поставить, точнее, некуда. Абсолютно. Так, ну сейчас, наверное, мне лучше белок набрать еще. И я ничего с ним не сделаю. Просто ждем, пока он сломает нам что-нибудь. За ними. Но это дает мне время как раз-таки подраскачаться немножко. Давайте последнюю карточку вытащим. Это как раз-таки Леомус, да? Можно поставить волчью шкуру. Она заблокирует урон немножко. Правда, она сразу сдохнет. Можно поставить Реджинальда, кстати. Он вынесет гончую, ваншотнет ее троечку хп, что вполне себе неплохо. Давайте так. Потихонечку выгашиваем. Гадюка. У нее тоже яд, кстати. Она сломает золото, получается, гарантированно, да? Ничего страшного. Мы ее тоже уничтожим. По-моему, это победа должна быть. Явно. Белку берем. Так, погоди-ка. Гриф индейка у нас летающий, да?
Можно бобра поставить, он вынесет. А, нет, бобра не надо сейчас ставить. Гремучника, может быть? Давайте гремучника поставим, выносим гадюку, он будет тоненький. И при этом бить будет вполне себе сильно. Нормально. Медленно, но верно, мы сейчас его снесем абсолютно без каких-либо проблем. Просто ждем, пока он нам, считайте, у нас есть некоторое время набрать себе всяких вкусняшек, пока он, да, пока он ломает самородки золота, вот эти вот, которые сам создал. Отлично, позволь мне вновь зажечь свои свечи, я тебя пока не убью. Да, зажигай. Одолеть старателя. Ты первый за долгое время, кому удалось справиться с боссом. В качестве награды тебе разрешается выбрать редкую карту. Выбирай с умом. Такс, вьючная крыса. Ага. Это редкая карта, оказывается, была у нас. У меня нет слов, чтобы описать эту ошибку природы. Длинный олень. Что это? Ошибка природы, да? Так, он двигается, и он ваншотит. Прикольно. Ураюли. 7-7. Столь грубая сила не нуждается в объяснениях. Но ее хрен призовешь. Мне кажется, ее не разыграть будет просто. Я бы предпочел вьючную крысу, может быть. Это мне... Текущий забег мы продолжаем, или у нас дальше какой-то еще один забег будет? Или что, или как вообще? Давайте, допустим, длинного оленя возьмем на крысу. Мы немножечко посмотрели уже, допустим. Пускай будет пока так. Удары кирки старателя все еще гремели в ушах, но ты продолжил свой путь. Едкий запах гнили и плесени пронизывал влажный воздух. Каждый шаг отзывался звуком ползающих существ. Ты с опаской вошел в болотистый край. Это, я так понимаю, наш забег все-таки продолжается. Я пока не знаю, как здесь лучше делить серии и видосы. Сколько здесь, как оно, что будет длиться. Давайте пока продолжим дальше. Может, нас далеко не пустят сейчас, не знаю, кто его, черт помет его. Ты набрел на маленькую лавочку, у которой стояла загадочная женщина. Это была та самая лавочница, о которой говорил охотник. Тебя смущала ее внешность, но внимание быстро переключилось на товары. Ты не против, если я смотрю твои шкурки? Да, смотри, конечно. Начнем с заячьих. Вот что я могу за них предложить. Я могу дать тебе кого-нибудь из них. Не спеши, подумай. Судя по всему, чем дороже шкурка, тем круче карточка, да? Угу. Ворон, дорогой. Кошка, кошка, кошка! А, ну кстати, а кошку... Она 100 слот будет занимать себе, но она без... Но она вообще хороша. Ну, ее там потом вынесут, если что, но зато она легко позволяет мне призывать всяких. Давайте я кошку возьму. Альфа, это который бафы дает, койот, гадюка. Давайте кошку. Я хочу подешевле. Ого, и волчья шкура, волчья в придачу. Изумительно. Угу. Так, они уже с чертами какими-то, да? А это что такое? Это гризли, который еще призовется? Или он сначала маленький, а потом призовется такой большой? Детеныш, карта с символом перевоплотится во взрослую особь после одного хода. Так он и так взрослый, нет? Олененок. 1-1. Тоже перевоплотится. А, нет. Да, перевоплотится и бегун. В конце хода владельцы карты с этим символом перемещается в сторону, изображенную на символе. Скунс. Вонючка. Карта с этим символом отнимает у существа напротив одну единицу силы. А это что такое? Прикосновение смерти. Когда карта с этим символом наносит обидчику урон, тот сразу погибает. То есть эта карта, вот это классический бонус карточки, а это она, у карты есть еще и свойство сверху. Крот — это защита, которая будет эволюционировать. Медведь с эволюцией. В кого он будет эволюционировать? Может, с кошкой стоит взять, он дорогой, но... Богомол, у нас раздвоенный удар. Карта этим символом атакует ячейки по диагонали слева и справа, но не бьет перед собой, получается, да? Давайте попробуем медведя взять. У нас должны быть деньги сейчас, в принципе. Ну, белки. Эти шкурки потрясающие. Большое спасибо. Необычно тут такая механика энергии, условно говоря, да, путем жертвы карточек. Причем можешь жертвовать даже те, у которых как бы мало хп осталось, те не обязательно белками. Так, я пойду, наверное, это удаление карты, скорее всего, да? Давайте направо. Мы предметы можем лутать, получается, из своих карт. На пути тебе встретились знакомые камни, но что-то в них изменилось. Интуиция подсказывает тебе, что выбранное существо ждет неприятная судьба. Горностай? Ни за что.
Наверняка здесь есть какой-то особый взаимодействие, если горностай сюда сбагрить или сбагрить самого себя. Но я не хочу от них избавляться. А, кто мне не нужен? Кстати говоря, я даже не знаю кто. Можно опоссума? Наверное, опоссума. Давай опоссума. Удаляем тогда. Он слабенький. Ты безжалостно оборвал чужую жизнь. Опоссум погибает. Блин, как-то даже жалко стало. Однако повелителя костей удовлетворила твоя жертва. Что это? Скромный дар повелителя костей. В начале каждого раунда дается одна дополнительная кость. О, приятно. То есть релики здесь есть такие условные, да? Ты стряхнул с себя внутренность бедного животного и продолжил свой путь. Отправляемся потихонечку дальше. Так, это нам как раз таки релик показал. Плюс косточка. Так, а мне нужно... А, кошка есть, хорошо. Что у него здесь, значит? Он ставит нам пчел, которые летают, да? И жалят. Окей, белка раз. Кошка. Кошку не ставим напротив, иначе ее вынесут. Из этих мы пока никого поставить не можем. Просто ждем. Дальше будет жаба еще, да? Ауч. Так, белка. Гризли стоит 3. Дорого. Пока не сможем поставить. Давай ставим белка и волка. Волк вопрос, куда поставить? Наверное, лучше по центру, да? Пускай он... Так, здесь волка не убьет жаба. Нормально. Давай по центру. Пчелы пускай бьют. У жаба побольше хп. Пчел можно сюда вынести чем-нибудь еще. Не хотелось бы, правда, их бить с гризли, например, потому что гризли в овер урон очень много нанесет. Абсолютно ненужного. Там богомол, по-моему. Да, там богомол, он убьет волка. Зараза. Он вынесет моего волка. Стоп, он получается сейчас его поставит после моего хода и убьет волка сразу же, да? Я могу... Блин, получается так, что я не смогу ударить волком и убить волка. Я могу убить волка сейчас, поставив гризли. Вместо него зато. Стоит ли? Там пчела сразу на... дальше идет. А, стоп, овер урон ведь засчитывается. Тогда этот волк сейчас убьет, получается... Что за паук? Блин, здесь пауки еще по столу бегают. А, волк нам может просто дать плюс одну жертву для гризли. Слушайте, мне кажется, стоит поставить. Гризли будет долго жить. Гризли сейчас также шотнет всех. Давайте ставим белку. Делаем 3 жертвы. Ставим гризли вот сюда. Он еще потом эволюционирует. Он выносит. Богомол бьет меня. Ух, нифига, как больно. Гризли вырос, возросло в гризли 5-7 стата, ни хрена себе. Так, берем себе карту существа. Загляни в справочник. Жаба и так далее. Да ты задолбал. Какая нахрен в жопу жаба? Ты о чем? Выпей таблетки, горностай, тебя плющит. Нет здесь жабы. Никакой ложки не существует, да? Амфибия. Наверное, где-то здесь что-то типа есть, скорее всего, да? Но это, наверное, ясно будет потом. Сейчас мне это ни о чем не говорит. Это, знаете, из оперы таких вещей, до которых можно теоретически догадаться, но на самом деле в процессе ты об этом вряд ли догадаешься. А когда ты узнаешь, как надо было догадаться, ты начинаешь понимать, какая вот... цепочка мыслей могла идти у тебя. Так, ну ставим тогда кошку. Убиваем кошку, точнее, ставим горностая налево, потому что богомол здесь будет бить справа. А, стоп, богомол тогда будет бить меня, кстати. Не, пускай бьет горностая, короче. Ты, что там, ты уверен? Да, уверен. Так, он нам дал ножницы. Пользователю позволяет разрезать одну из карт противника, выбранная вами карта исчезает. Ох, нифига себе. Звучит как имба, любую карту убрать. Отлично. Гризли, конечно, лупит от души. Правда, там он опять пчелу ставит, которая будет его защищать, зараза. Давай карточку. Реджинальд. Реджинальд можно поставить, как раз-таки пчелу вынести. Давай, ставим, выносим. Ходим. Вроде ничего не забыли, и мы побеждаем. Отлично. Хотелось бы побольше овер нанести, но как получилось. Я пока не знаю, сколько это требуется. Всегда ли требуется одинаковое количество зубов этих или нет. Выдра! Выдра! Выдра одна из моих любимых животных вообще в принципе. Изворотливая выдра, когда я хожу, она ныряет. Я обожаю выдр, просто моя страсть. Амфибия. Когда ходит противник, карта с этим символом ныряет вглубь. При этом существа напротив могут атаковать владельца карты напрямую.
Когда ходит противник, карта ныряет вглубь. При этом существа напротив могут атаковать владельца карты напрямую. Ага, то есть она доджит урон. Вот это выдра, конечно. Гадюка и альфа. Почтенный альфа-самец, его отвага подбодряет всех, кто стоит рядом с ним. Мне, честно, ни одна из этих карт не нравится. Выдрочку такое, пулочку, ну блин. 1-1 старт, она будет типа доджить. И нахрена мне это? Будет бить по один. А, ну она зато будет убивать, считайте, врага постепенно, да? Но я буду сам получать в лицо. Она как будто бы дает врагу эффект полета. Гадюка стоит дорого. Ну не знаю, ну давайте выдру возьмем, допустим. Может где-то и пригодится, пока не знаю. Так, костер это у нас подогреть существо, да? Группа изголодавшихся выживших стояла вокруг затухающего костра. У нашего костра есть одно место для нового зверя, сказал один выживший, да? Да, он обретет силу. Вызвал губы. Так, ну, горностай. Выбери другое. Да в смысле другое? А может быть, если выбрать горностая, они его сожрут? Я не знаю. Кому атаку надо? У кого много хп, но мало урона? Ни у кого. Можно, знаете что? Можно выдре дать атаку. Можно выдру подогреть. Горячая выдра. Ну тут горностай идеально подходит, но он почему-то не хочет. Может быть, будет какая-то подстава, если выбрать его, я не знаю. Надеюсь, что нет. Горностай, давай, подогревайся. Плюс. Оп, горностай 2-3. Один из параметров этого зверя — сила — увеличилась от огня. Увидев, как один из выживших достает нож из кармана, ты решил уйти. Все, что там горностай хотел не тебя, я тебя проапгрейдил, я хороший. Так, он делает, что существа бегают, да? Модификатор всем такой добавляет. Так, белка, кошка, есть-то хорошо, длинный аль... Что это? Почему я до этого видел только его позвоночник? Он как-то крипово выглядит. Он, считайте, перемещается и бьет. Вопрос, что он делает сначала. Сначала перемещается и атакует потом, убивая врага, получается. И уходя с линии атаки, в том числе пытаясь. Если там никого дальше нет, конечно. Гремучник. Так, у меня тут пихта великая. Там жаба, да? Жаба будет пихту ломать. Зимородок. Он ныкается. Оу. И двигается. Так, ну, во-первых, белка раз. Кошку мы ставим, наверное, на фоне пня, может быть. Хотя пень тогда мы не уберем точно. С другой стороны, кошку убьют, если я поставлю ее в другую клетку. Давайте ставим кошку сюда тогда. А, и больше мы ничего поставить не можем пока что. Нам нужны карты атакующие. Ох, сейчас будет больно. И ныкается во время моего хода, да. Волк есть. На волка не хватает. Тоже, блин. Блин, это просто пропуск. Мы медленно разгоняемся очень. Жесть. И эти ныкаются. А что с ними делать-то вообще? Белка. Белку ставим. Так, теперь волка. Этих убираем. Волка, допустим, сюда, да? Он будет бить на 3. Он будет уже компенсировать неплохо. Потом еще один слот освободится. На других нам пока не хватает ничего. Стоп! А они летали или нет? Если они не летают, то они волку бьют постепенно ведь. А, они летали, да? Значит, бьют... Нет, они она ударила волка! Блин, а что с ними делать-то? Они просто бьют и ныкаются. Кошка... Блин, надо атакующую карту по-любому брать. Я уверен, что код от сейфа написан где-то в том справочнике. А-а-а. Так, это уже поинтереснее информация. Код от сейфа. 273. Это не оно? И у жабы как раз-таки, кстати говоря, прыжок был ведь. Погоди-ка. А, я не могу сейчас встать. Так, давайте я запишу. Я могу встать только пока я на карте. А, значит так, кошку мы жертвуем и пытаемся вынести жабу, да? Там потом опять одна очередная выдра вылезет, зараза.
Блин, выдры душат, капец, эти. Может, знаете, что делать? Можно разрезать выдру. Бедняга. Можно разрезать, допустим, здесь выдру вот эту вот нафиг. Кыш. И поставить... А, гремучника не хватает, да? Можно длинного оленя, но он перемещается, бьет типа и бьет слабо. Я хочу по боссу большой урон сейчас. Волка скоро сожгут нам. Ладно, делаем пока что так. Мы хотя бы какое-то время сейчас держимся. Почему этот бьет, собственно... Он же летает, написано. Почему он бьет волка, а не меня? Я вот этого не понимаю. Еще карту. Выдра. Теперь у меня есть выдра, да? Костей. Во, у меня сейчас гремучника можно будет вызвать. А, нет, нельзя будет. Я выдру ставлю только лишь. Допустим, сюда. И гремучника мы сможем поставить тогда, когда выдру уберем. Либо... А, нет, белку я не смогу сейчас. Блин, костей много. Нам нужен баланс, чтобы был и атакующая карта, которая за кости, и которая за жертвы. У меня сейчас за кости, я не могу их набрать никак. Прекрати. Че я тут сделаю? Так, Леомус. Леомуса можно поставить вместо горностая, кстати, например. Либо вместо... Можно белку вот эту выставить, и потом Леомуса еще. Да, давайте так. Мне кажется, мы сейчас победим. Тихо, стоять. Победим сейчас. Раз, два. Леомуса сюда. Гремучника можем поставить на следующий ход, если понадобится очень сильно. И ходим так. Все, победа. Отлично, и вовер целую кучу набрали, замечательно. Так, ну это было попотнее, уже понапряженнее. Погнали сюда, на вопросик. Дальше костер еще можно будет. Карта волк, выдра и богомол. Что за грибочки здесь? Я не уверен, нужно ли мне карты набирать. Я могу уйти просто так, нет? Не могу, да? Богомол может бить других врагов. Доджи атаки, например. И выносить тех, у кого мало хп. Давайте попробуем богомола взять для разнообразия. Я не знаю. Без понятия. Так, это алтарь жертвы у нас, да? Хм, ну, кстати говоря, я бы алтарь жертвы, может быть, не отказался бы взять. Я не могу посмотреть у колод, да? Стоп, я же могу встать. Тихо, сейф. 273 было написано, да? Я надеюсь, что он не против, что я тут лажу немножечко. О! Это оно самое. Клоп-вонючка. Освободить клопа-вонючку из сейфа. О, здравствуй. Я боялась, что никогда не вылезу из этого склепа. Ты не видел, Эл? Ты не видел горностая? Малорослого волка. Это безумие должно прекратиться. Убери это. Ключ какой-то. Он, ну я посмотрю, да? Ключ сюда, наверное. Окей. Что-то странное. Я пытаюсь понять просто, что здесь происходит вообще. Горностайн нам рассказывает про какой-то ужас. Как будто мы в пытательной, и он просто какой-то псих, вот этот вот хозяин, обезумевший. И мы здесь с картами животных еще пытаемся отсюда как-то выбраться. Они тоже там, например, вот этого сюда запихнули за плохое поведение или что-то за счет еще такое. А они с горностаем знакомы. Так, это что такое? Ой. А, это типа еще какая-то головоломка. Есть весы типа 0 из 5. Не совсем понимаю, что от меня требуется, если честно. Сейчас 3 у нас здесь, да? А если эту поставить, например, наверх? Нет. 4 из 5. 3 из 5. Я не понимаю, как это работает. Что это такое вообще? Скорее всего, может быть, дальше где-то будет какая-то подсказка, что с этим сделать. Так, вообще 2. Тоже 2. 2, 1, 1, 3. 1, 3, 1, 3. Давайте, наверное, пока что не будем, ребят, с этим делать, потому что я бы хотел решить это так, как задумано, а не так, что я просто от балды это подберу. Потому что там подобрать можно явно. Вот здесь подобрать вряд ли получится, я думаю.
Тут гораздо больше всего. А может быть, тоже можно. А это вообще не двигается, кстати. Понятия не имею, что это такое. Скорее всего, нам дальше скажут, что с этим можно делать. А так, ребят, на это у нас на сегодня все. Ожидайте следующей серии, продолжение прохождения. Комментарии, ребят, наверное, я предпочту все-таки, к сожалению. Мне хочется очень почитать, я хочу поотвечать и так далее, но я сильно опасаюсь нарваться на спойлеры. А по этой игре я так понимаю, что они очень значительные и очень легко сказать что-то лишнее. Надеяться на благоразумность здесь не стоит. Перебанить всех, кто будет спойлерить, тоже бесполезняк, не говоря о том, что ты словишь таким образом спойлер в любом случае. Модерировать это абсолютно невозможно, поэтому я предпочту все-таки не читать, чтобы не испортить себе впечатление и впечатление тех, кому интересно посмотреть на мои эмоции и чистое искреннее прохождение. Даже если я что-то где-то упущу, хрен с ним, пускай лучше я что-то упущу, но у меня будет чистое искреннее прохождение, нежели оно будет таким, что его испортят просто спойлеры и так далее. Что я буду знать, к чему готовиться, что оно будет такое вот, пусть отполированное, но абсолютно не живое, скажем так. Поэтому, ребят, надеюсь на понимание. Вот такая вот тема. Будет напротив, само собой, ребят, если я не читаю комментарии по этой игре, это не значит, что мне надо писать их под какими-то другими играми, в Дискорде, где-то в Телеграме меня доставать и писать спойлеры мне там. Такое категорически, само собой, не приветствуется. Я буду за такое карать. А так, ребят, надеюсь на понимание и адекватность. Отдельное спасибо еще раз огромнейшее Виксилу за донат 300 рублей с сердечком, меня поддержкой. Большое спасибо, мне это очень приятно, это очень ценно для меня. Надеюсь, что вам понравилось, было интересно посмотреть. Подписывайтесь, ребят, на канал, если вам понравилось, мне будет очень-очень приятно. Оставляйте комментарий, оценить видео, собственно, будет мне очень приятно. За поддержку на Boosty буду безумно благодарен. Подписывайтесь там на Дзен, ВК, Рутуб, Дискорд, Телеграм, что удовлетворяет вашим интересам. А я ждал, ребят, всем хорошего настроения, такого же дня. Всем удачи, новых встреч. Всех кусь-кусь, ребят, и всем пока. Пока.